Вот тут-то можно, да. Вот смотрим, бобры сделали плотину. Собака там ходит. Вот тут ручей. Вот они его как перекрыли. Тут все текет. А там вдалеке, может, видно, береза погрызена. Вот там. Вот столько воды она держит. Может, около метра там глубина. Может, чуть меньше. Но вода сейчас из лесу вся идет. После дождей. Собака тут бродит вон. Вот тут вот маленький ручеек. Вот он тут уходит. Весной тут все разливается. Несколько метров глубиной. А сейчас вот такой ручеек.